Вы знаете, я читаю ваши комментарии всегда в Инстаграме, например, или ВКонтакте, вообще неважно, везде читаю. И в Инстаграме, конечно же, я перехожу под тегу топлес, вот, и это как раз тот самый тег, который может завести вас не туда, но вы не сильно-то и расстроитесь, да? Вот, по этому хэштегу можно найти не только меня или научный контент, но и вот такие вещи. Вообще, хэштеги — это отличный способ искать что-то быстро по определенной новости, но многие так и не поняли его предназначение и лепят вообще вот куда попало, например, это что, непонятно. Причем здесь топлес. Использовать хэштег в современном значении впервые предложил вот этот пользователь Твиттера. Крис Мессина. Кто он такой? Неважно. Важно, что он заново открыл что-то несуществующее в физическом мире, но очень важное для эпохи социальных медиа. При этом сам значок решетки стал мировым трендом до появления Твиттера, задолго до телефонов и классической музыки. Еще несколько тысяч лет назад его оставляли в пещерах древние люди. Причем одновременно в Северной Америке, Европе, Индии и Африке. И было бы забавно, если они имели в виду что-то типа «Мамонты не еда», а «Огонь из камня челлендж». Кроме хэштега, антропологи нашли 31 символ, который 40 тысяч лет назад люди рисовали на стенках пещер по всей территории планеты. Да? Эти символы универсальны и могли означать все, что угодно. Понять, что конкретно значила вот эта закорючка для пещерного человека, можно, только оказавшись на его месте. Если эти символы общие, то что они значат? Есть теория, что палки и закорючки обозначали фаллос и мужские разные занятия, охоту или битву, овалы и треугольники – женские гениталии, а вот зигзаги и спирали вообще рисовали шаманы под галлюциногенами. Но это все догадки. Узнать наверняка можно, только оказавшись на месте художника. Удивляет здесь другое. Люди на всех континентах, не сговариваясь, пришли к одним и тем же символам. Интересно, могли ли они читать посты других пещерных людей в других пещерах? Или, например, комментировать эти посты, снизу что-то написали? А еще интересней, возможно ли создать универсальный язык, который был бы понятен всем? От аборигена Амазонии до жителя Москвы сегодня. Например, меня, вас. И даже существу с другой планеты. Сейчас вы узнаете, как ученые пишут послания потомкам, которые никогда не устареют. Правда ли, что наш повседневный язык скатывается до уровня древних людей? Можно ли общаться, вообще не используя слов? И кто сможет понять нас через 10 тысяч лет? Йоп! Ян. Живые языки состоят из слов, да, а слова постоянно меняют свое значение. Например, слово «жир» и слово «задница» когда-то означали богатство и наследство. То есть 800 лет назад можно было сделать кому-то комплимент, сказав «жирная задница». Да, это не очень подходит для универсального языка. В универсальном языке придется отойти от слов. Что насчет символов? Вот мертвая голова. Это не только веселый Роджер. У пиратов было много и других флагов. Это универсальный знак смерти. Да, но и наоборот, бесстрашие перед ней. Этот знак успел побывать на сотнях разных знамен. Вот корниловцы, их противники красные, офицер прусской армии, а вот вообще американский истребитель. Это послание врагу. Иди сюда, я не боюсь смерти и убить не боюсь. А вот в средние века череп с костями был символом спасения. На многих картинках кровь Христа омывает череп Адама и таким образом очищает от грехов все человечество. Да, настолько раньше было все символично, но сейчас череп с костями можно найти на детской бутылке для воды и на флаконах с ядом. А что подумают о нем через 500 лет? Может быть, символ равенства? Типа, все внутри мы выглядим одинаково. И это не просто мое любопытство. В 1990 году США решили обезопасить кладбище ядерных отходов в пустыне Нью-Мексико. Ученых и дизайнеров попросили придумать знак, который будет отпугивать людей от хранилища даже через 10 тысяч лет. Придумали массу вариантов. Например, был такой комикс. Человек трогает коробку со знаком радиации, знак переходит на него и убивает. Довольно наглядно. Но с чего мы решили, что люди будущего будут читать рисунок слева направо?
Японская манга, например, читается в обратном порядке. Человек будущего, прочитав в обратном порядке, может подумать, что этот ящик не убивает, а наоборот, ставит на ноги мертвых. Да, лучше не рассчитывать на разум или логику людей будущего. Лучше придумать образ, который будет действовать подсознательно. Например, усеять поле над хранилищем гигантскими бетонными шипами. Страшно на поверхности, значит, что-то страшное и внизу. Прохожий будет ощущать тревогу и желание уйти. Логично. Но самый оригинальный вариант предложили философы. Нужно вывести породу генетически модифицированных котов, которые будут светиться от радиации. Могут пройти тысячи лет, человечество скатится в каменный век. Но легенды будут гласить, когда кошка начинает светиться, лучше убраться подальше. И да, кошка священна. Древние египтяне об этом знали. Их язык был наоборот, символом. Все эти птички, кружочки, человечки что-то мне напоминают. Конечно, да, эмоджи. Кто-то скажет, что мы деградируем, да, опускаемся до уровня древних египтян. На самом деле это не так. Эмоджи обозначают целый объект или эмоцию. А вот иероглифы — это конструктор, с помощью которого строили слова. Вот лев и коршун. Они просто обозначают звуки L и A в имени Клеопатры. Читается всегда с той стороны, в которую животные смотрят. Так что эмоджи уступают универсальности даже древним языкам. Им нельзя показать абстрактные вещи или имена. Но это не мешает им быть доказательством в суде. Вот недавняя история. Одна пара в Израиле искала жилье и после просмотра одного из вариантов отправила хозяину жилья вот это сообщение. Хозяин дома снял объявление о сдаче в аренду, а семья просто перестала выходить на связь. В итоге он подал на них в суд и стряс $2000 за то, что внушили ему ложный оптимизм своими позитивными эмоджи. И таких историй много. Смайлики и эмоджи все чаще упоминают как доказательства в судах. Ими часто шифруют разные наркотики. Напечатал капсулу или снежинку и все, ничего не докажете. Вот только суды с этим не согласны. Вынося приговор, они ставят эмоджи на уровень языка. На него даже переводят целые книги. А в Австралии можно добавить их на автомобильный номер, где они будут стоять наравне с цифрами и буквами. Но все-таки эмоджи ближе к наскальной живописи, а не к настоящему языку. Их значение сильно зависит от контекста. Вот, например, да? Что вы видите вот здесь? Это «дай пять»? Или это молитва? Или это индийское приветствие «намасте»? Любая фраза на эмоджи будет иметь столько смыслов, сколько людей ее читают. И вот как расшифровать это все нашим потомкам? Где они возьмут словарь? Например, с иероглифами другая история. Мы знаем их значение благодаря Розетскому камню. Это плита с одним и тем же текстом, только на трех языках. Древнеегипетском, позднеегипетском и греческом. Последний был хорошо известен. Это язык Одиссеи, Илиады и Библии. Ученые просто сопоставили их с двумя другими и получили доступ ко всей культуре Древнего Египта. В честь Розетского камня назвали аппарат Розетта, который первым вышел на орбиту кометы и даже посадил на нее зонд. Он нес на борту никелевый диск, на котором было записано 13 тысяч страниц информации на 1500 разных языков. Это как Ноев ковчег, только не для животных, а для языков. Комета — отличное хранилище. Если кто-то найдет диск через 10 тысяч лет, он может восстановить языки, на которых мы говорим сегодня. С диском за 10 тысяч лет точно ничего не случится, а прочитать его можно будет с помощью обычного микроскопа. Множество таких дисков предлагают хранить и на Земле, прямо у нас под носом. То есть это тот же розетский камень, только для людей из будущего, а мы здесь в роли древних египтян. Но это послание для людей, и расшифровать его можно будет, зная хотя бы один из этих языков. А вот как сказать что-то сущностям, которые не то чтобы говорят по-другому, а мыслят иначе и устроены совсем не так, как мы? Человечество уже создало такие послания, очень неудачные. Например, как пластинка Пионера. Ни один из случайно выбранных ученых не смог расшифровать их полностью. К тому же послания сделаны слишком человечными. Значение стрелки поймут только потомки тех, кто охотился с луком и стрелами. А вот золотые диски, которые Voyager уже успели унести за пределы Солнечной системы, с музыкой, голосами людей, различными изображениями и посланием американского президента Джимма Картера. Но английский уже изменился со времен Шекспира, хотя прошло всего 400 лет. Что с ним станет через 4000 лет?
нужен единый и универсальный язык. Например, такой, который изобрел Чарльз Блисс. В его языке достаточно знать несколько десятков базовых символов. Например, рот, глаз, ухо и нос. А вот знак действия. Вместе с символом рта он значит говорить. Глаза – видеть. Ухо – слышать. Носа – нюхать. Символы складываются друг с другом как химические элементы, создавая новые смыслы. Рот плюс ухо – это общение. Вместе с электричеством они дают телефон. Ну а если прибавить цифровое устройство, получится смартфон. Заметили символы сзади меня? Они менялись по ходу выпуска. Это не просто абстрактные слова. Это подарок. 2 месяца подписки на Кинопоиск. Да, мы знаем этот сайт как сайт с рейтингами, трейлерами и статьями. Но теперь там, наконец, можно смотреть фильмы и сериалы. В том числе новый сериал «Пенниуорт». Он про молодость дворецкого Бэтмена. Альфреда Пенниуорта. Для всех нас это просто пожилой джентльмен, который постоянно пытался притормозить Бэтмена. Но в молодости он был офицером британского спецназа, охранял отца Бэтмена и сам постоянно влезал в неприятности. Вместо мрачного Готэма тут альтернативный Лондон 60-х, а вместо супергеройской темы – шпионы и английский юмор. Пенниуорт – эксклюзив Кинопоиск. Его можно смотреть в озвучке «Кубик в кубе», а если и хотите, то можно с субтитрами, чтобы заценить настоящий британский акцент. На Кинопоиске можно найти и другой контент в хорошем качестве и без рекламы. Много всего и для гиков. «Рик и Морти», «Теория большого взрыва», а вот последний фильм «Дылда», вот все о нем говорят. Что-то там интересное, но я так и не посмотрел еще. При оформлении подписки первый месяц бесплатно для всех. А вот чтобы получить 2 месяца, нужно поработать головой и расшифровать мой промокод. Как это сделать? Подсказочку я оставлю в описании. Расшифровывай промокод, вводи промокод на Кинопоиске и получай 2 месяца бесплатной подписки. Круто. И неважно, сколько вас, да, будет 20 тысяч человек. Вводите, получайте каждый. Ну а пока вы разглядываете символы языка Близ, задумайтесь, как сильно нашу письменность можно упростить без потери смысла. Похоже на универсальный язык, правда? Вот только такой язык не читаем для инопланетян, потому что он построен на наших органах чувств. Мы же не знаем, что там у них. Уши, глаза, рот, непонятно, вдруг их нет. Так каким же должно быть послание, чтобы его могло прочитать любое существо во Вселенной, даже если оно состоит не из углерода, как мы, а из кремния? Нужно использовать то, что работает во всех уголках Вселенной одинаково. Физика. И отправлять нужно послание не на табличке, а электромагнитными волнами. Если у инопланетян есть технологии, то значит они пользуются физикой и, соответственно, математикой. Но с помощью наших символов математических им сложно что-то объяснить, да? Нужно хитрить. В 2013 году с этой станции отправили послание к звезде Глиза 526. 4 сигнала разной частоты, обозначим их цифрами от 0 до 3, собираются в строчке по 8 бипов. Так выглядит сообщение. Вообще ничего не понятно. Вы хотели знать, как чувак из Матрицы с помощью вот этих цифр видел красивую девушку? Сейчас я вам расскажу. Приглядитесь внимательнее. В самом послании есть ключ к его расшифровке. Вот эти 2 последовательности с нулями и 1 единицей встречаются через одно и то же количество бипов. Это всего лишь разделители. Начало и конец предложений. Как скобки. Если их убрать, получаются вот такие вот последовательности. В них тоже есть закономерность. Эти фрагменты всегда стоят между одинаковыми кусочками, слева и справа. Смотрите, 1, остальные нули, 1, остальные нули. 1, остальные нули, 3 на конце, и здесь то же самое. А вот эти между разными, смотрите, 1, все нули, 1 на конце, 2, все нули, 1 на конце, и так далее. То есть здесь зашифрованы знаки равенства и неравенства. Далее они поймут, что такое положительное и отрицательное число, и перейдут к сложению. И вот здесь они откроют для себя, что вот эта вот сущность, которую мы называем плюсом, 2 и 2 превращает в 4, а 2 и минус 2 в 0. И здесь они такие: о, математика! Изучив по той же схеме вычитание, умножение, степени и десятичная система счисления, пришелец поймет нашу математику и пойдет дальше. И вот на этом этапе для них начинается самое интересное. Сообщение настолько огромное, что пока я буду рассказывать, что внутри, я буду его скроить. От математики мы переходим к физике. Но как объяснить ее существу, которое не мыслит метрами, килограммами и секундами? Через фундаментальные физические постоянные,
потому что мы уверены, что у них точно такие же. И если кто-то придумал Вселенную, он задал именно такие настройки. Через них в сообщении ученые показывают параметры элементарных частиц протона, нейтрона и электрона. Теперь у получателя есть все, чтобы понять таблицу Менделеева и узнать, как мы обозначаем химические элементы. А затем узнать о главных веществах в Солнечной системе – воде, углекислом газе, аммиаке, метане и других. Но зачем все это пришельцам? Чтобы понять, что вот это вот Солнце с его массой, радиусом и возрастом. А вот планеты – стремительный Меркурий, Венера с ее плотной атмосферой, гигант Юпитер и, конечно же, Земля – наш дом. Во всем послании встречаются одни и те же элементы. Но здесь пришельцы встретят два уникальных слова, которые они не смогут расшифровать или как-то понять. К ним не будет никакой инструкции. Так они поймут, что среди всех планет Солнечной системы есть одна, на которую стоит обратить внимание. Та, на которой есть что-то особенное. Ведь эти слова означают жизнь и человечество. До Глиза 526 18 световых лет. И если там неподалеку есть разумная цивилизация, то она отправит ответ, который достигнет нас уже в 2049 году. В том самом году, когда Кей перестанет считать себя репликантом и встретит постаревшего Харрисона Форда. Ну а еще раньше, к 2035 году, хранилище в Нью-Мексико примет последнюю партию ядерных отходов и будет запечатано 13 слоями бетона и земли. До этого нам нужно будет принять окончательное решение, что же будет напечатано на надгробной плите, чтобы отпугнуть людей будущего. Если у вас есть варианты, пишите в комментарии, мы с удовольствием почитаем. Ну а пока что лидирует этот вариант. Надпись, знаки опасности и два лица. Одно взято с картины «Крик», а другое похоже на символ телекомпании «Вид». Действительно пугающая херня. В детстве я этого боялся. Заставка для моих снов. Но правда в том, что какую бы штуку люди бы ни нарисовали, она все равно вызовет любопытство и желание заглянуть за эту дверь у наших потомков. Ведь главная проблема всех наших посланий была одна. Они статичны и никак не меняются, в отличие от культуры. Поэтому каждая табличка потомкам, каждый сигнал внеземному разуму обречены стать наскальной живописью. Все, на что нам стоит рассчитывать, это хотя бы на понимание ее как «Эй, мы были тут, мы существовали, и вот он, наш язык». И как обычно, друзья, те, кто скучает по нам, пожалуйста, в Телеграм подписывайтесь. Там почти каждый день посты интересные, чтобы кому-то рассказать, кого-то удивить, да и самому удивиться, посмотреть, почитать, есть всегда что. Те, кто хочет посмеяться, да, над глупостями, над четырьмя друзьями, то вот, пожалуйста, вот сюда. Здесь очень интересно будет посмеяться.